На своем последнем перед летними каникулами заседании Дума Артемовского городского округа рассмотрела ряд вопросов, которые фактически требовали лишь общего принятия, поскольку подробно разбирались в ходе работы профильных думских комиссий. Процесс поэтапного голосования был прерван лишь когда речь зашла о работе счетной палаты по выявлению нарушений в одном из детских садов муниципалитета. Однако тут речь шла скорее о положительном результате или скорее исходе дело, которое было решено, что называется, не вынося ссор из избы. Было выставлено предписание 22 мая. С предписанием Дума счетной палаты в нем было подробно указано, что необходимо устранить. И вы знаете, 21 июня, ровно месяц спустя, в полном объеме все замечания устранены. Вот это образец исполнения долга. И вновь возник вопрос, а стоит ли использовать столь мощный профессиональный ресурс для выяснения обстоятельств, казалось бы, малозначимых в канве общих процессов, происходящих в муниципалитете? Если проверяющим, так скажем, прямо говорю, подсовывают фальсифицированные акты технической экспертизы, то завтра это могут быть не титаны 2006 года, завтра это могут быть спецтехника дорогостоящая, а может быть издание, еще чего-то там, администрации. Вы понимаете, риски? Как бы то ни было, депутатам стоит внимательнее присматриваться к тем объектам, которые они рекомендуют для проверок, на качество которых нареканий нет. Народным избранникам стоит основывать свой выбор не на слухах, наветах и личных приоритетах, а на здравом смысле, понимании реальной необходимости и актуальности для текущего момента.